Итак, мы сейчас проделаем все те же самые манипуляции со стволом 6,35, только это будет ствол 6,35 длиной 450, 600. И 600, но мы поставим резервуар и колбу с настройками для 7,62. А еще мы тут на прошлой, на семерке мы поломали немножечко хронограф, поэтому, ну, не знаю, покажет он, не покажет сейчас нам. В общем, поехали. 6,35, ствол 600, редуктор на 130. Ну вот, как всегда. Он работает. Отлично. 268. И? И все? А, это на ППО сейчас. 266. 267. Четко. 267. Так, теперь 6,35, ствол 600, давление на редуктор 150. Пуля 2,2, кстати. 303. 303. 301. Так, и теперь прямоток, давление. Не вижу так. А, я просто через камеру не вижу. 250. 250. Угу. Все еще. Пока еще работающий хронограф. Так. Пуля 2,2. Угу. А, предохранитель. Сверхзвук. 348. Прям в ухо. 340. 335. Ну, сейчас. Ну, это же прямоток. Ну, да. А еще мы хотим попробовать, как на прямотоке полетят полнотелые пули. Нам прислали образцы. Так вот эта прелесть выглядит. Вот из трех образцов вот этот нам понравился больше всего, да? Ну. Давай. 315, 312, 308. Песком засыпал. Вес у пули 3 грамма. И еще мы сейчас отстреляем с настройками на семерку. Угу. Их же. Не, а, обычно 2,2, ну, чтобы посмотреть разницу. Так, и теперь зараза, блин. Зараза, это надо тебе говорить. Да, да я ж и не тебе это сказала. Прижми, пожалуйста. Так, а теперь прямоток. Прижми, пожалуйста, от красивой девушки. Я как всегда. Так, не прямоток. Не прямоток, это у нас получается резервуар с настройками под 7,62. Блин, я такой оператор, что называется, да, и ты не помещаешься в кадр. Настройки здесь не оптимальные. Но... Не оптимальные по расходу, но посмотрим, что по скоростям. Да. Тоже интересно. 288, 287. 288. Ну смотри, а было 267, то есть мы на 20 миллиметров подняли скорость. Ну да. Пиши. Сейчас напишу. Так, теперь тоже все то же самое со стволом 450 миллиметров. Сначала с редуктором на 130. Давай посмотрим. А это пули также 2,2. 247. 247, 248. Пиши. 450, редуктор на 150. Пуля 2,2. Пуля 2,2. У нас других нет. 278. 277. 278. Так, ствол 450, редуктор на прямотоке.
Опять в ухо будет. 323. 316. 312. Давление? 210. И теперь резервуар с настройками для 7,62. 265. И редуктор 130 здесь. Угу. 264. Так, и что мы получили на 6.35? Отрыв по скоростям у нас не такой значительный, как на 7.62, но на прямотоке, да, мы видим, он возрастает сильно. Вот. Что? Ну, 7.62 у нас. На 7.62 у нас, да, на 20 метров. Да, был меньше отрыв на прямотоке.